Всем привет, меня зовут Алина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я предлагаю сделать милого олененка для новогоднего декора. Этот олененок подарит прекрасное новогоднее настроение, я уверена, он вам понравится. Давайте создавать вместе, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну а мы давайте будем приступать. Форму самого олененка я буду делать из фольги. Вообще этот олененок делается из простейших материалов, и я уверена, они обязательно у вас найдутся дома. Также этого олененка можно сделать с детьми. Я отрываю фольгу и катаю ее в шар. Это будет будущая голова. Далее отрываю еще фольгу и формирую тело. Если вы хотите сделать оленя большего размера, то берите несколько рулонов фольги. Мне хватило одного, но он еще остался. Я не могу сказать, больше половины рулона я потратила или меньше. Но он достаточно небольшой и отлично подойдет для декорирования камина, какого-то комода, либо окна. Далее, когда я сделала тело и голову, перехожу к ножкам. Нужно сделать две передние и две задние. Задние у меня будут немножко такие выпуклые. Сейчас я все подробно покажу, как я их делаю. Небольшой кусочек фольги я вкладываю в то место, где мне нужно сделать выпуклость. Думаю, на видео это все заметно. Далее будем соединять все детали вместе на горячий клей. Горячий клей замечательно все склеивает, и я рекомендую использовать именно его. Приклеиваю сначала передние лапки, смотрю, как они выглядят вместе с туловищем, меня все устраивает, и далее начинаю приклеивать задние. Очень удобно работать с фольгой, то что она легко принимает нужную форму. И теперь я немножко корректирую заднюю лапку по длине. Обязательно все сделайте так, чтобы у вас было ровно и олень был устойчивым. Приклеиваю последнюю заднюю ножку и все готово. Еще я подрежу с помощью ножниц фольгу. Очень удобно все режется. И посмотрите, какое уже туловище у меня получилось. Я очень довольна. Кстати, олень делается быстро. Всю форму оленя я сделала буквально за час. Ну а дальше уже будет декорирование. Итак, тело мы сделали. Далее приклеиваем голову. К голове я приклеила небольшой кусочек фольги для того, чтобы сформировать шею. Сейчас где-то тут я вставлю картинку, на какого оленя я ориентировалась. Вы можете тоже сделать именно такого оленя. Далее я приклеиваю хвостик и переходим к голове. Голову нужно сделать с хорошими мелкими деталями, чтобы олень получился реалистичным. На лицо я приклеиваю небольшой кусочек фольги, чтобы оно у нас было немного выпуклое. Далее нужно сделать углубление для глаз. Затем я формирую ушки. В голове я сделаю небольшие отверстия и туда добавляю клей. Далее приклеиваю. Фольга хорошо фиксируется. Приклеиваю второе ушко. Ну вот, какой уже милый олененок получается. Теперь переходим к рогам. Тут можете сделать рога, какие вы хотите, тоньше, меньше. Можете сделать вообще даже без рогов, но я думаю, какой новогодний олень без рожек. А рога делаются очень просто. Я скатала небольшую колбаску из фольги и разрезала ее на две части. Далее делаю нужную мне форму. И посмотрите, какие рога получаются. Тут все легко и просто. Я же говорю, что такого олененка можно сделать даже с ребенком. Затем делаю отверстие в голове для того, чтобы вставить рога. Наношу клей и их приклеиваю. Вот и все. Форма оленя готова.
Посмотрите, какой он милый получился, мне уже очень нравится. На этом моменте я, конечно, переживала, каким он у меня будет, так как вообще первый раз делаю такую 3D-форму из фольги. Мне это понравилось занятие, и, возможно, я дальше что-то еще придумаю. Напишите, как вам мой олененок, я думаю, в целом получилось хорошо. Теперь переходим к декору. В качестве шкуры оленя я буду делать вату. Вату я приклеиваю на горячий клей, она хорошо сцепится с фольгой, и затем уже буду покрывать клеем ПВА сверху, чтобы вата была гладкой. Никогда впредь до этого не работала таким способом, мне тоже понравился. Олень получился прочный, устойчивый, и я думаю, прослужит мне долгие годы. Сначала я делаю ножки, потом туловище и голову, но сейчас все подробно покажу. Кстати, задние ноги я немного согнула, на видео это заметно. Сделайте это также, думаю, олень с такими ножками смотрится как-то изящнее. Олень у меня покрыт одним слоем ваты и одним слоем клея, мне этого было достаточно. Также обязательно нужно проклеить нижнюю часть оленя, чтобы нигде фольга не выступала. Теперь самый волнительный и ответственный момент. Нужно приклеивать вату на мордочку оленя. Обязательно сделайте углубление для глаз, так как в дальнейшем мы будем их приклеивать. Ну и делайте углубление в ушках и у шеи, чтобы был плавный переход. Готово. Мой олененок полностью покрыт ватой и клеем, а теперь я оставляю его подсыхать примерно на 2-3 часа. И так как у меня уже наступил вечер, я уложила ребенка спать и решила продолжить занятия с оленем. Я решила покрыть его белой акриловой краской, чтобы перекрыть все неровные детали, во-первых, и во-вторых, скрыть серый цвет ваты. Вот такой олененок у меня получился, он уже подсох, простоял он у меня просто дома в течение 12 часов. Вата с клеем хорошо сцепились, и он получился прочный, устойчивый. Не скажу, что он тяжелый, но отлично подойдет для декора. Далее сделаем шарфик для нашего оленя. Я буду использовать атласную ленту с серыми снежинками. Но все-таки, я думаю, лучше сюда бы подошел какой-то контрастный шарфик, но я уже приклеила, и поэтому не стала ничего переделывать. Атласную ленту я тоже фиксирую на горячий клей. Вы можете сшить из какой-то ткани шарфик, либо задекорировать бубенцами, шишками, бусинами, то, что вы найдете. А далее я буду приклеивать глазки и носик. У меня будут использованы черные полубусины. Затем переходим к рогам. Я их покрываю клеем ПВА, тот, который использовала ранее, и посыпаю сверху блестками. Вот такие рожки у меня получились, я довольна. Мне это напоминает игрушку из магазина, а как вам? Далее я решила добавить еще этих же блесток на ушки. Смазываю внутреннюю часть уха клеем и посыпаю. Посмотрите, как здорово выходит. Смазываю спинку оленя клеем и посыпаю белыми блестками. Сейчас на видео они, конечно, незаметны, но при свете гирлянд они замечательно сверкают. Также еще добавила я этих блесток на мордочку и на ножки. Вот и все, мой замечательный олененок готов, попробуйте его сделать, я уверена, он украсит ваш дом в преддверии праздника. Ставьте лайк, если вам понравилась моя работа, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые идеи. Ну а мы увидимся в следующем новогоднем видео. Всем пока-пока!